Сейчас средняя пенсия по старости в Чувашии равна 9325 рублям, или чуть более двух прожиточных минимумов. Такую пенсию в республике получают около 300 тысяч человек. Около 25% пенсионеров получают пенсию по старости, которая равна 2,5 и более прожиточных минимумов. Роза Кондратьева рассказала, что новая система будет базироваться на трехуровневой модели. Трудовая пенсия, корпоративная пенсия, формируемая работодателем, и частная пенсия, формируемая самостоятельно. Повышение тарифов для работодателей не предусмотрено. Для некоторых отраслей возможны и льготные тарифы. Изменения коснутся индивидуальных предпринимателей. Основной постулат пенсионной системы – равные права, равные обязательства. Значит, самая ущемленная категория – это у нас самозанятое население. С 2002 года условно-символические суммы, чтобы можно было обозначить хотя бы стаж работы этой категории. За 11 лет индивидуальные предприниматели, уплачивая страховые взносы в последнее время и стоимости страхового года, набрали всего капитала, так называемый пенсионный капитал, 53 тысячи. Значит, это уплаченные суммы. В результате индексации этого капитала этот размер достиг 73 тысяч. Вы знаете, сегодня, значит, ожидаем период выплаты 228 тысяч рублей. Если мы поделим вот на ожидаем период, у них за 11 лет этим людям мы дали, смогли позволить формировать пенсию в размере 321 рубль. Значит, если еще два раза еще так будут работать, где-то 1000 рублей у них размер пенсии получается. С 2013 года вводится для них фиксированный платеж, размер которого исчисляется с двукратно минимального размера оплаты труда, ну, на тариф страховых взносов. В годовом исчислении эта сумма составляет 32 479 рублей. Если, ну, они должны, конечно, уплачивать, могут они одной суммой уплатить в течение года, могут ежемесячно. Досрочные пенсии финансируются за счет общих доходов бюджета пенсионного фонда. Основной принцип преобразования этой системы – сохранение социальных гарантий работникам. В Чувашии досрочные трудовые пенсии по старости за педагогическую деятельность получают 11 тысяч человек и 7 тысяч за меддеятельность. При этом более 80% из них продолжают трудиться. Реформирование накопительной составляющей пенсионной системы вызвано снижением пенсионных накоплений. Гражданам 1967 года рождения и моложе с этого года предложено выбрать тариф страхового взноса. Либо оставить 6%, либо снизить до 2%, направив 4% на формирование страховой части пенсии. Накопления тех, кто никак не выразили свое мнение, так называемые молчуны, находятся во внешэкономбанке. Их средства будут перераспределены по новой схеме. Те, кто хотя бы однажды подавал заявление о выборе управляющей компании, будут по-прежнему отчислять по 6%. В 2013 году будут подготовлены проекты федеральных законов, которые утвердят пенсионную формулу и механизмы стимулирования граждан, отложивших срок назначения пенсии. Татьяна Молкова, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов. Республика.